11 марта 2013 года состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством Тверской области и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией Всероссийская федерация школьного спорта. Уроки физкультуры не должны вызывать какой-то неприязни и страха, что самое важное и самое необходимое. На урок физкультуры должны идти с удовольствием и выполнять то, что доступно ребенку. И индивидуальный подход непосредственно к каждому, и спортивные достижения, спортивные успехи, они подвластны каждому из вас. Поэтому я хотела бы пожелать всем участникам проекта успешной ее реализации и, конечно же, широкого распространения по всему Тверскому региону. Спортивного вам успеха, залогов здоровья, что тоже очень важно, и, может быть, девизом всего проекта станет «Займись спортом». Успехов, ребята! Вы одни из первых, кто начнет это продвижение по стране, поэтому на вас и на преподавателях, и на занимающихся это будет определенная ответственность. Насколько пойдет удачно этот проект, настолько он будет распространяться по стране. Потому что нам нужны не только умные, сильные, здоровые, успешные, нам нужны еще очень физически хорошо подготовленные люди, которые могли бы реализовать все свои знания, все свои стремления как для самого себя, так и для страны. Мы должны очень хорошо знать наших соседей, наших ближайших соседей, те страны, которые когда-то были и частью нашей большой страны. Вот именно на этом возрасте с ними знакомиться, с ними общаться. Наверное, когда мы знаем своих соседей близко и хорошо, у нас не будет никогда подниматься желание ссориться. У нас будет только желание вместе проводить время, вместе строить эту жизнь и вместе добиваться результатов. Еще раз спасибо огромное, успехов и мои надежды на то, что это будет очень хорошо все. Спасибо. Школа номер 5.